Так жарко сегодня. Кайфуй, шеф. Жаркостей не ломит. Здорово, братан. Как жизнь? Все путем. Здорово, братан. Как сам? Есть разговор. Давай отойдем. Там один парень поступил. Может, его в игру вовлечь? Ага. Давай. А когда игра будет? Вечером, часов 8. Введешь тогда в курс, братан? Он че вообще, ровный или как? Конечно, братан, ровный пацан. Ну тогда после ужина затянешь. Угу. Давай. Легко. Здорово, мужик. Пусти, есть хорошая новость. Скоро у нас будет большой праздник. Хватит! Вы что, всю улицу на уши подняли? Отец вас убьет, хватит. Когда узнает. Готовь колым, братан. Скоро будем свадьбу играть. Эй, не кусайся. Пусти. Успокойся, Алина. Но ты рад? А? Жанс, вы прикалываетесь? Чувствую, братан. Короче, ты жениться будешь? Вот сам и женись. Отличная невеста, мужик. Я бы сам ее взял. Если б... Эй! У меня нет столько овец, чтобы каждый день женить тебя. Пошел нахрен! Раздолбай чертов! Я сейчас немного занят. Так что вези ее назад, откуда привез. Она же не овца.
Неудобно перед девушкой. Садись. Сейчас. Я ж тебе сказал. Объясни. Встретимся в суде. Извини, не судьба. Поехали. Пусти. Успокойся. Ты никогда меня не слушаешь, братан. Я же говорил, что это плохая идея. Эй, стой, 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 стой. Да стой ты. Помогите. Кто-нибудь. Отпустите меня. Садись. Хочешь. Иди туда. Ты что здесь делаешь? Я устала ждать. Поедем к родным. Брат вернется, я уверен. Не делай глупостей, Агирим. Я сомневаюсь. Надежды уже нет. Не уезжай. Агирим. Адик точно приедет. Я не могу вас отпустить. Не трогай меня. Занс, ты ее слышал? Слушай, ты извини, что так получилось. Отстань, урод. Ты идиот. Я подам на вас в суд, я вам клянусь. Я посажу вас обоих. Не наш день. Все девушки от нас убегают. Садись. Я поехал. Сегодня поздно вернусь. Погнали. Ладно, хорош. На сегодня хватит. Нормальная игра получилась. Человек до потолка доехал. На 2 ляма грузанулся. Бабло, как по оговоренке было, в срок поставь. Ядик, фуфло толкнуть на лагере проще простого. Относись ко всему серьезно. Братан, я тебя понял. Давай еще сыграем. Адик, зачем тебе грузиться? 2 ляма тоже немалая сумма. Оно тебе надо. Но дай отыграться. Пугач, объясни человеку. Ты сам знаешь, плохо играть тому, у кого жопа тяжелая. Корсак, что скажешь? Как я слышал, на воле он был ровным пацаном. Адик, на свои способности не опирайся. Больше на возможности смотри.
Казахи говорят, кто сытым прыгает, а кто от голода. Помни об этом. Братан, я подумал, я подниму. Шеф, ну что скажешь, дадим отыграться? Да вроде ровный пацан. Ну раз ровный, начнем ровную игру. Мурата знаешь? У них на районе есть какой-то бабах. И Мурат с ним сцепился, терки у них какие-то. В общем, сперва Мурат приходит базарить, потом бабах базарит. Каждый свою тему толкает. То один неправ, то другой неправ, хрен их разберет. Бабах отморозок. Сперва бьет, потом думает. Так и есть. Я здесь курево спрятал. Это ж было 100 лет назад. Ничего там уже нет. Да я давно все скурил. Знаешь, Мадияр начал какую-то хрень творить. И нагрев он бабки не сдает. Давай ему напомним, братан. Да, все-таки он свой. Он был своим, когда Адик был здесь, но с тех пор он изменился. Ты твою-то мать! А! Хватай! Оставь себе! Че ты ссышь? Это же муляж. Да не шугайся так. Дай глянуть. Очень хороший. Здесь ведь кино снимают. От них осталось. Хорош. У нас что, кино снимают? Неделя как снимают. Как настоящая. Асет, спрячешь? Давай. Разыграем кого-нибудь. Да, мужик, Мадияр такой. Надо что-нибудь придумать. Может, перетрешь с ним? Посмотрим. Встреться с ним. Он даже Адику не звонит. Слушай, а где вы ту девчонку откопали? Да забудь, братан. Это все из-за того дебила. Он вечно все на ходу придумывает. А Сэд, что будешь? Пиццу закажешь? Пиццу. Эй, поздороваться не хочешь? Да не вставай, слушай. Ты что, подрос? Не, братан. А? Мико, как жизнь? Все путем. Нормально? Я так и сделал, прикинь. Я до конца ходил с этой бабой. А потом? Повел ее домой. А она говорит, ня, как обычно, ты знаешь. Ну че, Адик? Пугач, дай ему с родными связаться. Будь аккуратнее. Это дорога к дому. А, нафиг. Кто это? А? Шпаненок местный. Чуть чего. Братан, братан, нужна помощь. У меня уже нет сил каждый раз их проблемы решать. Не сейчас.
Вот скажи, о чем он вообще думает, а? Бывает же, что человек о чем-то размышляет, всматривается в себя, а там пустота. Понимаешь, о чем я? А? Человек должен соображать, должен быть шустрым, если он не хочет стать беспонтовым неудачником. Когда Мадияр тебя треснул, ты мог одним ударом его вырубить, а ты опять тормозил, жизнь, братан. Мужик. Хорош уже. Алло, Мико. Я проиграл в карты. У меня есть всего неделя. Сколько надо? 4 ляма. 4 ляма? Адик, где я возьму такие бабки? Ты то молишься, то в карты играешь. Надо головой думать. Может быть, хватит мне лекции читать? Я хотел это с Мадияром обсудить. А он трубу не берет. Введи всех пацанов в курс. Что будем делать? Как что делать? Надо весь район на уши поднять. Какой ты шустрый. Че же-то ты днем таким не был? Надо подумать. Завтра обсудим. Да, 4 миллиона сумма большая. Поздороваться не хочешь? Ну че ты, а? Эй, поехали. Мико. Мико. Вставай, сынок. Вставай. Давай, давай. Ты как, невестка? Хорошо. Мам, я пойду работать. Иди работай. Сынок, мне приснился Адик. Как там у него дела? Надо к нему съездить. Да денег нет.
У тебя есть сбережения, сынок. Съездим, если Бог даст. Путь не близкий. Долго ехать. И потом... Мне надо подзаработать и подкопить денег. Мам, не переживай. Хорошо, хорошо. Все наладится. Пей чай. Даже если Адик все взял на себя, на мне тоже долг. Не ссы, я сам буду Адику помогать. Насчет денег пусть не переживает. Так ему и передай, когда увидишь. На словах ты молодец. Надеюсь, не спрыгнешь в последний момент. Мико, я всегда хозяин своих слов. Можешь поверить. Мико, что молчишь? Как дела вообще? Ты же сам все знаешь. Говорят, трубку не берешь? А разве Адик мне звонил? Слушай, может, уже хватит дурака валять? Проверь, сколько у тебя пропущенных. Ты звонков, что ли, не слышишь? Эй, братишка, хорош уже, не кипишуй. Отвечать ему или нет, это мне решать. Мадияр, забыл о своих обещаниях? Ты немного на себя берешь. Слышь, щегол, ты еще мал, чтобы меня учить, понял? Ты понял? Эй, щегол, я не понял, ты что, клыки отрастил? Ты что, температуришь? Слушай, у меня сейчас нет времени с тобой базарить. Адик спрашивает, ты поможешь или нет? Я заставлял его в карты играть. Каждый должен за себя отвечать. А когда Адик сел, ты совсем не так говорил. Да я тут при чем? Он сам виноват в своих проблемах. Когда собирали на греб, ты соскочил. И я промолчал. А? Забыл об этом? Не будь сукой, сдержи слово. Говнюк! Мико, Мико! Аккуратнее, пацаны! Эй! Ну чего, парни? Ну хорош! Эй, Мико! Снимай.
Мадияр, послушай. Адик сел в тюрьму из-за твоих движений. Да, я с тобой согласен. Бабки давай. Я вам клянусь, скоро все будет, даже больше, чем надо. Ай, не надо этого делать, Мико. Не можешь срать, не мочишь жопу. Сожжем его, как в тот раз, а? Нет, я умоляю вас. Мико, я найду деньги. Нет, Мико, не надо этого делать. В следующий раз поздоровайся. Нет, парни, остановитесь. Не надо, пожалуйста. Не надо. Мико, ну хорош, вы что творите? Костя. Здорово. Здорово, братан. Как жизнь, братан? В целом норм. Как сам? Чё-то ты какой-то кислый. Насчёт Адика знаешь? Нужна помощь. Слышал. Вчера был звонок. Братишка, у нас сейчас нет таких возможностей, сам понимаешь. Ясно, брат. Что-нибудь придумаем. Хорошо. Мне кредит не дадут. И у меня отказ. Асет. Может, тачку продашь? Она на отца записана. Не выйдет продать. И что мы делать будем? Надо найти выход. Как быстро заработать? На травке или лошадях? На лошадях? На окраине аула есть дом. Давайте съездим, посмотрим.
Тормози, тормози. Тут налево. Точно? Да, вроде. Ну ладно. Где конюшня, я не понял. Собаку видел? Слушай, Мико, может, объяснишь? Как попасть внутрь, я понял. Ну а как назад? Нам надо собаку заткнуть. Тогда никто не заметит. Не переживай. Кто это сделает? Ты. Эй, вы куда? Стой! С псиной разберись. Всего одна лошадь? Что вы делаете? Мы... Как тебя зовут? Ты имя мое хочешь узнать? Или лошадь украсть? Я хочу... Отец! Бегите! Кто здесь? Что у вас? Что здесь происходит? Пап, кошки приблудились. Прогнала их. Молодец. Собаки вон как разлаялись. Этих кошек надо бы пристрелить. Шастаю здесь. Эй, кто лошадь отвязал? День добрый. И тебе добрый день. Зачем пожаловал? Я за советом. Вы же догадались насчет... Я понял. Ты что, проблем хочешь?
Другого пути нет. Дайте совет. Я не знаю, как поступить. Что ты задумал? Я дам тебе один совет. Остановись на этом. Или... Ты жениться надумал, а? Поймете потом. Дайте совет, где взять денег. Как их побыстрее собрать? Только вот, я прошу вас, пусть это будет наш с вами секрет. Слушай, если не хочешь пойти за Адиком, то забудь об этом. Адику нужна помощь. В этом дело. Что будет, если не вернуть в срок карточный долг? Брата потеряешь. В первую очередь подумай о безопасности. Сейчас везде камера, ты сам знаешь. В Аспару лучше не ходи. Иди в Кара-Адыр. Там за бугром овраг. Чуть поверху пройдешь и движение увидишь. Возьми, сколько унесешь. Не жадничай. Ты понял? Вернись невредимым. Сам помогу сбыть. Общий салам. Арал, братан. Я могу 100 грамм гиппи и 50 грамм душевного ручника с воли затянуть. Ручник 50 грамм на общий отдам. У нас со 100 грамм 30 тоже на общее пойдет. Мужики кайфануть хотят. Ара. А мужики в курсе, что химия не заходит? За 50 грамм от всего воровского, от души в душу, через отдушину, душераздирающе душевному человеку, рахмет, затянешь через пугача. Все, путем, путем. Брата. Киля, что непонятно? 50 грамм решишь, а за химию общелагерная оговорка была. Давай иди, не болей. Старайтесь не попадаться никому на глаза. Собираемся за аулом в 5 часов. Хорошо, подготовьтесь. Я приеду на байке, заберу вас. Понятно? В 5 часов. Понял. И не опаздывать.
Может, тебе полить? Не надо, Ерим. Я закончил. Вот здесь еще надо смыть. А? Какие у тебя мягкие руки. Видно, руки красавицы еще не касались твоей спины. Щекотки боишься. Скажешь тоже. Откуда знаешь, что не касались? Думаешь, я не заметила, как ты вздрогнул? Куда ты едешь? К девушкам. Знаешь, если б я была тобой, то не давала бы прохода девушкам. А ты? Ты тормоз. Реальный тормоз. Посмотрим. Ты чего так смотришь? Вот сейчас получишь! В общем, бабах с 3-4 парнями попался на поле. Их закрыли на 7 лет. Но потом через знакомых решили, им надо было быть аккуратней. О! Эй! Сука! Запирай двери! Скорей! Эй! Эй! Открывай! Эй! Чё? Эй! Чё? Чё? Тихо! Всё, пожалуйста! Отвали! Абонент находится вне зоны доступа. Абонент находится вне зоны доступа. Где их носит, мать их? Ну и жарище. Сейчас бы чего-нибудь холодненького. Так чего ж не взял?
Максат Ага. Да? Помнишь, что было под тем деревом? Помню. Скорей, в машину. Мать их так, гниды. День добрый. Где вчера был? Здесь тусил. Асет хотел невесту привезти. Я ему помогал. Она не согласилась. Отвезли ее домой. Не повезло вам. Слушай, парень. Если хочешь, как брат, попасться с травкой, конечно, не перебивай. Нет. Ты о матери хоть подумал? Если не хочешь гнить в тюрьме, ходи ровно, парень. Алло. Я ищу Адик. Пока не удалось. Сам знаешь, что мне угрожает. Срок уже наступает. Надо было тихо сидеть, а не искать приключений. Как я за такой срок найду столько денег? Если захочешь, то даже снег летом отыщешь. Адик, ничего не выйдет. Если это не начертано судьбой. Я устал искать. Между прочим, у меня и своя жизнь есть. Братик. Ты же знаешь, ты один можешь мне помочь. Поторопись, Мико. Ладно, брат.
Ты что, шифруешься и куришь? Если живешь, то живи как мужик. Что с тобой? Давай. Помни, иметь секреты – это нормально для мужиков. Но никогда не шифруйся. Ты понял? Не плачь. Мадияр. В общем, не надо ничего выдумывать. Действуем, как я сказал. Норик, привезешь барана. Ты что, шутишь? А что я скажу родным? Закрой свой рот. Откуда возьмешь? Где достанешь? Меня не волнует. Просто выполняй. Время проходит, Адик. Бабло вовремя не поставишь. Базарить по-другому будем. Дай ему позвонить.
Алло, Мико? Ну как? Деньги есть. Пусть завтра приезжает. Мне пусть звонят. Я скажу им, куда приезжать. Завтра? Когда приезжать? Ладно, понял. В общем, деньги будут. Звони на этот номер. Это мой брат. Зовут Мико. Ну, смотри. Алло. Какой город? Я все понял. Да. Че там, братан? Поедем в другой город. Ты серьезно, что ли? Я что, похож на несерьезного? Да я угораю, братан. Поехали. Походу, у нас деньги будут. Серьезно? Иди-ка сюда. Вроде здесь. Вроде да. Мы подъехали. Давай. Здорово. Вы от Орала, да? Ну. За мной поехали. День добрый. Добрый-добрый. Это ты, Мико? Я, Мико. Деньги готовы? Вот, решаю. Эй! Шакал нам должен. Пару секунд. Я извиняюсь. Ты нас позоришь, урод! Где бабки? Брат, хоть убей, бабок нет. Прости. Нет денег, пока. Что я обещал сделать, если их не будет? Ты помнишь? Брат, если убьешь меня, чем это поможет? Ты сам виноват. Как обещал, так и будет. Нет, брат, брат, не надо. Пожалуйста, я тебя прошу. Братан, ну не надо. Не надо. Я достану деньги, брат! Давай, я тебе клянусь! Я даю слово, пацана! Пожалуйста, не надо! У него нет денег. Вы сами все видели. Но мы найдем выход. Подождите. Можете пока погостить у нас. Парни ищут остальных шакалов. Когда они их отыщут, по частям привезут. Алло. Да, мы встретились. Деньги?
У нас. Как? Точно все ровно? Ясно, ясно. Что ж, а ты, Адик, молодец, красава. Рассчитался. Спасибо, Орел, братан. Забудь. Ну чё сидишь? Давай иди, не болей. Относись ко всему серьезно здесь. И походу была такая тема. Короче, эти немцы как бы наехали ближе к Москве. И там вышел бой Ржан Мамышел. И так их всех отхреначил нафиг. Что теперь будем делать? Чё с тобой? Да хреново мне. Только в тачке не блюй. Тормози! Торможу. Короче, пацаны, план такой. Из города приедут бандиты. Мы задолжали им денег. Надо их плотно встретить. Каждый должен знать свою роль. Нужно найти бензопилу. Ясно. Тебя, например, мы свяжем. Понял. Все должно выглядеть натурально. Асет, ты типа умрешь.
Я так по тебе соскучилась. Вот, надень его. Айгари, ты чего? Мико, Адик уже не вернется домой. Ты что несешь? Агирим, хорош! Хорош! Агирим, ты что? Агирим, нет, нет, хватит! Разбудила тебя? Что с твоей одеждой? На ней кровь. Скотину, что ли, резал? Да что с тобой? Словно впервые меня видишь. Это стоит постирать. Иди сюда. Иди ко мне, моя радость. Какая ты сладкая. Анвар? Анвар ходит в вонючих трусах. Вот дает. Что такое? Ну, чем смеетесь? Нальете мне чай? Конечно, нальем. Спасибо. О, моя радость. Вот, смотрите, что у меня есть. Ого, о, ну надо же. Мам. А? Я женюсь. А? Сегодня приду с невестой. С чего это ты вдруг захотел жениться, сынок? Ой-ой, совсем забыла про молоко. Я так решил. Я надеюсь, что ты ее давно знаешь. Родители у нее есть? Скоро познакомитесь. У нас ведь ничего не готово. Ой. Видишь, там что-то интересное. Вон там, ты видишь? Низкий поклон всем дорогим гостям, друзьям и родным. Какая песня!
Заслушаешься! Айтқаныңа көнейін, осы тұрған көпшілікке бетіңді ашып берейін. Пусть свекровь сама откроет лицо невестки. Давайте поддержим ее громкими аплодисментами. Поцелуйте невестку. А вот и Шашу. Ты моя красавица. Шашу. Теперь Шашу. Можно завести невестку в дом. Уважаемых аксакалов и бабушек приглашаем за стол. Прошу. Ну что, Адик, есть желание масть проверить? Конечно, братан.